Я представляю Россию, я родилась в Рязанской области, в селе Саватьма. Вот, какую я еще могла бы представлять страну? По-моему, это то, что я искала всю жизнь. Да. Ну что, теперь нужно разыскивать этого художника. Так как я занималась синхронным плаванием, я, естественно, знаю, что такое паркет, я знаю, что такое хореография, у меня есть какая-то хореографическая подготовка, я достаточно пластична, то есть я не дерево. Смотри, я сейчас тебя опускаю вниз, не бойся, не бойся. Держи, держи, держи. Мы пыхтим, мы танцуем, пыхтим, но тем не менее возвращаемся, повторяем снова и снова для того, чтобы отточить какие-то мелочи, нюансы, руки. Главное, что, как он мне говорит, он никак не может привыкнуть к тому, что я не могу одно и то же движение сделать два раза одинаково. Хотя мне всегда казалось, что я, ну, что я прям синхронистка и все могу делать синхронно. 8, раз и два, и подряд, лево. Я не знаю, что получится, потому что судить будете вы, дорогие наши зрители. Но, тем не менее, это интересно. Это так... Ух. Давай сделаем как? Помнишь, я тебе предлагала? В этом диалоге, когда один другому кидает свое сердце. Вот это вот. И она его принимает, и ловит, что-то с ним делает такое. Потом ему кидает обратно. Если кому-нибудь станет теплее, веселее после моего танца в эфире Первого канала, это будет величайшая награда, самая большая награда. Наш международный проект продолжает российская пара. Актриса театра и кино Любовь Толкалина и заслуженный мастер спорта, чемпион мира и Европы Алексей Тихонов. Двери закрываются. Следующая станция – аэропорт. Молодой человек, подержите двери, пожалуйста! Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Толкалина очень спортивная девушка. У нее и первое место работы, кстати, было. Детский театр на воде.
Можете себе представить, а первая роль – русалочка. Леша, скажи, пожалуйста, волшебный танец, потрясающее настроение, но у меня, честно говоря, было такое ощущение, что тебе явно не хватало коньков. Это правда? Правда. Я... Шикарные сцены, отличный, просто супер такой красивый зал. И пол очень-очень похож в этом свете на лед. И я поймал себя на том, что делаю шаг и понимаю, что я без коньков. И мне стало немножечко страшновато. Но потом, когда появилась Люба, все встало на свои Молодой места. Молодой человек, подержите двери! И ты забыл про коньки. Скажи, пожалуйста, кто за тебя приходит поболеть? Может быть, дочка, может быть, муж? У них у обоих, к сожалению, очень серьезное расписание, такое же, как и у меня. Но дочка моя очень рада, что я встала на коньки. Она теперь у меня художница, она меня все время теперь изображает в коньках. Меня это очень радует. А Егор говорит просто: береги себя, моя любимая. И большой ему привет. Большой привет. Берегите себя, мои дорогие. Молодцы, удачи.